Какой ужас! Ну и страшилище! Вот это выставка в нашем краеведческом музее. Она так и называется – «Катастрофа человеческого тела» или «Удивительное рядом». На ней представлены очень странные персонажи из музея восковых фигур города Санкт-Петербурга. Скажите, это все реальные люди? На нашей выставке около 30 персонажей, из них 4 человека живы сейчас, они живут в других странах, несколько персонажей сказочных героев, а все остальные – самые настоящие реальные люди, которые жили в разные века в разных странах. Вам не страшно находиться среди них целый день? Я к ним настолько привыкла, я их всех очень люблю, и каждое утро прихожу и с ними здороваюсь. Они только ночью шухарят, но это, конечно, шутка. Кто из этих персонажей вам наиболее симпатичен? Уже много лет подряд к нам в Донецк привозят фигуру китайца, самого высокого китайца на Земле. Его зовут Чанг Юсинг. Его рост был 2 метра 44 сантиметра. Он был очень красивый, очень умный, очень успешный. И все посетители с удовольствием с ним общаются. Не знаю, как бы я повела себя при встрече с такими людьми. Но ведь в жизни так часто бывает, что даже совсем некрасивый человек на самом деле оказывается умным, добрым и замечательным. Ведь не зря говорят, внешность обманчива.